047 742 третья этажа. Вот как оно потихоньку. Да блин, ты это не ему опять подлобать. Да. Пошли перешли. Побежали. Ну все, пиздец. Мы летим. Кстати, удобно даже пулово. Я удобно сижу. 5 минут, полет нормальный. Угу. О, мамочка, я тебя люблю. Доченька, это бы тоже люблю. Боже, как страшно. Красота. Доченька, не повторяй маминых подвигов. Я думала, я буду кричать. Нормально. Держимся. Ой-ой-ой. Боже, если бы видели то, что вижу я. Сейчас покажу. Это красоту писать нереально. Ни одна камера не передаст этого. Ну что, добро пожаловать в Грузию. Вон люди тоже бешеные, как и я. Сейчас покажу. Высоко, страшно и красиво. Вниз не всегда хочется смотреть. Мы же, наверное, люди разные, да, говорят в камеру? Наслышались много. Пилот, кстати, у меня с Украины. Откуда вы? Днепропетровск. Свои рулят. Ридна ненька. Иногда моментами страшно. Когда так поворачиваем, страшновато дергать немножко. Ой-ой-ой. Ой. Когда была в Германии, 300 км в час, да, на скорости, было страшнее. В Германию ездила, там есть такое понятие, как дерейсинг такси. 20 минут на скоростной машине по профессиональной трассе. Вот. И профессиональный водитель, Шумахер. Вот. И ты в виде пассажира, тебе гоняют 300 км, 150-180 повороты входишь. Вот. Главное перед этим не кушать, потому что... Ну понятно, может. Меня и стошнило, да. Вот. Прикольно. Потому... Но неописуемую, когда ты, скажем так, рядышком Ламборджини, Феррари, да, и все на скорости гоняют, страшновато. Ну, а так, ничего. Я поднялась выше, сейчас попытаюсь это все показать. Вот. Вот, все так красиво, камеру стараюсь держаться, сама держаться. Смотрите лучше на меня. Ой, какой красота, не знаю, что. Ну что, она, да, пора, очень красиво. Видно горы грузинские. Ой. Этот полет я никогда не забуду. Но повторить вряд ли захочу. Скажем так, многие вещи делаешь первый раз, потому что не знаешь, что тебя ожидает. Второй раз что-то делать сложнее, потому что ты уже знаешь, на что ты идешь. Резко вниз не опускайтесь, страшновато мне.
Ой, боже мой, боже мой, боже мой, страшно. Хоть бы не заматюкаться, мамочка, потому что понимаю, что ты будешь смотреть это видео. Ребенок тоже. Вот. Стараюсь держать свои плохие слова в себе, но их очень большое количество на самом-то деле. Ой-ой-ой. Вместо матов говорю ой-ой-ой. Боже, сколько уже прошло? Часы на мне. Время не засекла. Наверное, еще минут 10, да, полета. Хотя время, наверное, мне кажется, тут тянется очень сильно. Да? Тут мне кажется, что минута идет за 10. Наверное, когда уже часто это делаешь, наверное, уже наслаждаешься этим видом. Уже ж не страшно. Уже просто чувствую себя птичкой. I can... Как там? I believe I can fly. Первый полет все-таки наслаждаешься собственным адреналином. Больше, чем красотой. Я представляю, как у меня сейчас красное лицо, перепуганные глаза, пересохшие от страха губы, но штанишки пока сухие. 5 минут, полет нормальный. Ну, Вань, ты вроде выцарапался, поехал. Как вас звати? Иван. А, значит, это было нам. А где посадка? Да? Это в зависимости от ветра, да? А если, допустим, нету ветра, то мы медленно спускаемся вниз? Да, пойдем. Ну, попутного ветра, да? Ой. Да, хоть как-то не хочется долго добираться опять наверх. Ой, вы так резко не поворачиваете. Да, красиво. Не повторю этого больше, честное слово, мамочка. Боже, в клетку тигра в Таиланде была, заходила. 4 тигра в клетке я с дрессировщиком. Меньше переживала, чем сейчас, честное слово. Я все-таки, наверное, отношусь к наземным существам. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 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 А можете спросить, сколько нам еще летать осталось? Да? Не, просто интересно, сколько мы уже пролетели по времени. А? Ну, 15 минут. Да? Тогда давайте возвращаться. Я готова. Честно. Да. Я вот как-то налеталась. Не хочу больше быть птичкой. А? Поднимаюсь повыше. Зачем? Долететь до места. Да? Мы поднимаемся еще выше. Вы представляете, какое-то, что я сейчас испытываю? Ужас. И повторюсь, очень много плохих слов в голове. Вот. Потому что так высоко над землей я была только в самолете. Боже, мамочка дорогая, мама, я тебя люблю. Доченька, тебя вообще обожаю. Да, 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 все. Идем на посадку. Может, не долететь? Лучше долететь. Давайте я выключу. Давайте. Все, до связи, люблю вас.